Тамбовские роллеры демонстрируют головокружительные способности неожиданно у стен городской библиотеки. Спортивный праздник под названием «Пристегнись к библиотеке» здесь устроили в честь открытия довольно необычного арт-объекта – велопарковки со смыслом. Библиотекари не смогли бы использовать без какого-то практического значения те средства, которые мы получаем. Поэтому была задумана такая вишенка на торте. Слово, любимое и дорогое библиотекарям, призыв к нашим горожанам, к нашим тамбовчанам – читай. Выступая с таким призывом, библиотекари рассчитывают привлечь больше посетителей в обновленные стены. В прошлом году в рамках нацпроекта «Культура» внутри читальня стала краше и функциональнее. А вот снаружи подобной яркой и полезной детали как раз не хватало. По национальному проекту «Культура» было сделано уже очень много. И планетарный сканер, и ремонт всех читальных залов, и вообще библиотека преобразилась. Вот. Оставался финальный штрих – это велопарковка, о которой просили читатели. Поэтому библиотека обратилась к нам, мы нашли неравнодушных людей, спонсоров, и вот помогли им эту финальную точку поставить. Первым право воспользоваться читающей парковкой досталось ребятам из велоспортивной секции 2-й спортшколы Тамбова. Это уже довольно опытные спортсмены. Саша Третьяков, к примеру, занимается велосипедом уже 6 лет. Библиотечная парковка – то, чего юноше не хватало как ценителю фантастики. Возможно, интерес к чтению теперь получится привить и младшим товарищам, которые пока только определяются с книжными предпочтениями. Игорь, ты не походишь в библиотеку? Да, конечно. Тем более есть велопарковка теперь. Да, это очень удобно. Новая велопарковка оборудована всем необходимым, чтобы безопасно пристегнуться к библиотеке. Здесь же установлены камеры видеонаблюдения, так что за чтением интересной книжки вас теперь ничего не должно потревожить. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Ольга Кириллова, «Область новостей».